облачном режиме. Интервал движения в ночной период 30 минут. Подробная информация на сайте www.autotrans.ru.
находится у критики. Для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю кнопкой звонка.
маршрутах наземного городского пассажирского транспорта организован ежедневный контроль оплаты проезда. Напоминаем, что за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей. Просим вас своевременно осуществлять оплату проезда. Значит, да, у него, в принципе, даже